Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и у нас, не преувеличиваясь, я скажу, великое событие. Мы создали одного из тоже самых сложных создаваемых, уникальных, супер-пупер-мега-гибридов, которые, по-моему, находятся, да, у многих ребят в топе. Это Эрлика Доминус, в общем-то, это эпический эрликозавр, давайте сейчас посмотрим. Вот и эрликозавр, наконец-то я их наловил, докачнул до 20 уровня. Вот, это то есть быстрые существа с высоким уроном и с функцией себя ускорения обычно. Да, ну и индоминуса вы, естественно, знаете. И давайте прочитаем. Так, а почему тут мне про эрликозавра пишут? Если это эрликодоминус. Эрликозавр одиночка по природе, а индоминус, а все правильно, а индоминус рекс известен своими навыками маскировки. По-моему, это их гибрид. Эрликодоминус стал настоящим мастером скрытой охоты, то есть у него будет невидимость такая, как, ну, как бы уклонение, как у Манами. Не, подожди, у него же там невидимость, невидимость, ну, это то же самое, что и уклонение. Создаем. О, плюс 60, шикарно. Вот такая вот тварь у нас, да? Ну, в общем-то, это похоже, знаете, я бы сказал, какой-то адский эрликозавр, там, адский терезинозавр, там, и так далее. В общем-то, из все из этого семейства похожие ребята, да? Но выглядит так сурово, да? Как будто бы закаленный боями, лавой и прочей всякой лабудой. То есть у него как будто бы есть броня, да, вдоль позвоночника. Ну, не, правда, не сказать, от кого она взялась. Вот эти вот шипы, да, как у индоминуса. Ну, больше даже на индораптора. Такие вот мелкие, мелкие шипики у него есть. Это хорошо. В принципе, давайте попытаемся, может, создадим сразу 22 уровень. Потом, ну, если у меня вот хватит, да, должно хватить как раз. Та-дам-та-дам. Да, отлично, хватило. Но больше у меня их нет, и акция закончилась, я их всех 9 штук, что было, тех и поймал. Так. Еще по косарю создания, ничего себе, потратил 60 тысяч. Итак, скорость Т-129, так же как и у эрликозавра, то есть скорость больше не стала, брони нет, шанс крита неплохой, здоровья мало здоровья. Маловато будет, но так же, да, как у всех этих быстрых существ с высоким уроном. Урон, да, действительно достойный. Итак, 10% скорости на 3 хода, ну, что-то мало, хоть бы 20 уже дали. Ну, скорость себя. Потом есть ярость. 2х урон. Одинарный урон с подменой. А почему тут 3 рысочки? Почему как бы это не полтора, я бы сказал. И также есть, да, опережающая невидимость. Шанс 50% отклониться от прямого удара. Есть иммунитет. О, это хорошо. Максимум 2 на 2 раза, да? Следующая атака наносит в 2 раза... следующая атака наносит 2 раза больше урона. То есть я себя усиливаю x2. Я же так понимаю. Так, ну и все отрицательные эффекты отражаются. Ну что ж. Давайте ставим это существо себе в команду. Так, так. Изменить. Я подобрал, как видите, команду вот этих вот ребят. Давайте пока вместо него поставим. Еще забыл, мы же его не подраконили, не подразнили. Давай, давай, давай. Ну, вот такая вот у него анимация, да, какая-то птичья какая-то. Мне нравится, как кто это в Jurassic World The Game. Терезинозавр, он так когтями машет перед собой.
Это, короче, выглядит круто. Так, ну а тестить мы будем его в эпической башне. У нас тут довольно-таки много боев 5 можно провести. Мы заодно протестим сначала всех вот его близких сородичей, там, которые у нас здесь есть. И пойдем потом уже им. Потому что он пока что высоковато уровня. Раз, два, три, четыре, пять, даже 6 боев, ребятки. В принципе, вот такая вот у нас получится сейчас серия. Смотри, 13, 14, 15. Вот давайте вот так. Ух ты, блин. Даже вот не знаю. Вообще-то, я тут хоть выживу. Эпическая башня такая. Матерая, матерая. Нужно будет брать существенно, наверное, помощнее быстро. Так, ну хотя бы разок редким. У нас Дейнахейр есть, но Терезинки здесь нет. Дейнахейр и Эрликозавр у нас здесь есть, да, в парочке вариантах. Эрликозавр, ну давай, начнем с тебя. Модификация 2. Против Урхика. Ну мы, конечно же, быстрее. Двойной урон, ну да, вообще слабо. Это было слабовато. Так, следующий у него что будет? Полтора, одинарный урон, да? 780, мы уже его не выдерживаем. Давай, процератомимчика тоже качнул еще на один уровень. Блин, ну чертовски-то больно, он бьет. Давайте, минус 90, да, если я не ошибаюсь. Ах, ты ж ё, хана нам. Да, против Урхика это дело не зашло. Так, ну что, давай начнем с тебя. Вот так вот. Неплохо он так раздает, ё-моё. Да, против слабеньких существ он хорошо работает. Пробил! Это жесть, ребята. Это жесть. Это мне... Чем прикажете вас убивать? Это я должен троих пробить. Походу мы сейчас сольемся. И подменяться нельзя, и паралич нельзя. Эх, выжил, гаденыш. Выжил. И добил. И сам умер, да, но выиграл. Забавно получилось, победитель пустота. Так, ну у нас здесь есть возможность проиграть, так что все у нас нормально. Ну да, конечно, слабоватый вот этот 11-й Эрликозавр не зашел. Пойдем брать реванш вот такой уже командой, и да, тогда начнем уже с нашего сегодняшнего героя. А то я смотрю, малое количество жизни, конечно, не позволяет им убивать много существ. Он, то есть, может легко убить одного, да, но а второго пережить противника житла не хватает. Итак, ну давайте начнем с него. Выглядит, ну что, неплохо, чем-то индораптора напоминает. Так, что нам будет сейчас прилетать? Такомайзер, ну давайте. У нас иммунитет, то есть он нас не замедлит. Но попал. Вот смотрите, да, видите, как бы вроде и сильный удар у нас.
Но в невидимости валит. То есть это у нас и было невидимость, а потом на второй ход мы бьем сильнее. Бьет с уклонением. Блин, вот Галимим такой фиговый, да, но у него удар и уклонение. Это круто. Так, мы захватили инициативу. Мантулит он неплохо. Мощно бьет. Так, ну вот против этого парнишки. Ну тут нет смысла использовать сейчас невидимость. Давай, Дейнахейр, получи. Да, тут замедление сработает, у него нет иммунитета. В общем-то, он сейчас вот этих ребят будет разбрасывать, как и в прошлой части. Ну вот и как бы и хана. Не, да, паралич сработал. Но мы быстрее, по крайней мере, может его пробьем. У нас все-таки первый ход, опережающий паралич. Вот и все. Шансов промазать здесь нет. Да, ну вот как бы. Ну давай, возвращайся. То есть вот этот парнишка, как видите, уже может пробивать и двоих, и троих за счет иммунитета. И с очень сильного удара. Следующий бой начнем с Дейнахейра обычного. Идем, ребятки, такой комбинахой. Дадим еще пару шансов спинотораптору. Попробуем. Так. Ну, с тебя начнем, давай. Дейнахейр. А ну. Ну что ты будешь, 129. Почему я по себе не могу класснуть? Ну, Эрликозавр против Дейнахейра, да? Так, ну что, давай ускоримся. Мы все-таки быстрее, чтобы не потерять скорость, потому что он может сделать то же самое. Так, какая у меня сила удара? Давай. Ах ты ж гаденыш. Щит непробиваемый, да. На тебе двойной урончик. Ну, да, недостаточно сильно. Тут надо, пожалуй, подмениться. А ну-ка на тебя. Летунчик у нас Арамбургериана не быстрый, потому как бы все мои существа пошустрее получаются. Но тут же щит. Пробили сквозь щит, хватило. Так, мне бы сейчас нанести кровотечение, было бы хорошо. Блин, но этот быстрее. Ах, двойной урон у него свободен. Уничтожил. Ну что, время выпустить секретное оружие. Эрлика Доминус, давай, порешай вопросы. Вот так вот, 1235. Дейнахейр, да сейчас нашинкует всю свою братью вообще без проблем. Можно было бы уклониться, конечно. Но я думаю, так пробьем. Так, блин, вот броники у нас идут. А кто мне здесь есть с иммунитетом? Доминусом. Так, ну тебя обязательно взять. Давайте уже будем брать вот тебя. У кого-нибудь очищение, можно взять и тебя.
Ну и ладно, пусть будет вот так. Потом, в принципе, можно взять будет еще Блюху в команду. Она, в принципе, подходит. Да, и скорость, двойной урон. Она вот по своим ударам близка к этим всем Тирезинозавроидам. Так, ну давай, 2400. Первого нужно положить. Блин, Урхозавр, это... У него же очищение есть. Сейчас же прилетит полтора урона. Ладно, он у нас на следующий удар просто очистится. Вот в чем беда. Ну, а нам-то сейчас нужно что сделать? Подмениться сейчас или подмениться попозже? Ладно, вот так давай. Да мы и так были медленней. Ну, отлично, мы ему кровотечение даем. А есть ли у тебя очистка? Блин, тоже есть. У всех этих стегозавроидов, кентрозавроидов, да и походу есть очистка. Ну, не считая самого стегозавра. Ну такая себе максимальная контратака, я бы не сказал. И скорость осталась на нашей стороне, несмотря на его замедление. Так, один готов. Держим своего монстра на прозапас. Так, вот это вот тварь еще та. Ну, потому что мы были замедлены, да, он оказался быстрее нас. А так вообще-то 126, мы намного должны быть быстрее. Паралич не сработал. Ну вот так. Блин, правда он сейчас нам выдаст паралич, который, скорее всего, сработает. Конечно, это же он атакует. Ну мы, то есть, по факту слили практически, да. Но мы ходим первыми. О, мы выживем. Блин, опережающий у него. Ну что ты будешь делать? Но теперь наш ход. Хотя можно было его ударить замедлением, а потом второй удар вот этим сделать. Ну ладно. По крайней мере, мы не потеряли никого. И подменились на того, кого нужно. Уэрхозавр, урхозавр, он же его эрхозавр. Добивай. Половина больше пройдена, осталось 3 боя. Так, вот такие вот у нас, ребятки, нынче противники. Давайте возьмем вот так. Вот так пойдем. Блюшку сейчас обкатаем, пока еще у нее 17 левел позволяет не умирать быстро. Опять же, мало жизни, да. Как и у всех быстрых существ. Так, а у нее, подождите, у нее снижение урона у блюшки есть? Да, есть. Но нам в ответ прилетит тоже. Только вдвое слабее. И у нас есть щит. Чей щит? Щит круче. Блюшка. Какая маленькая, да, но шустрая. Вот она за счет снижения урона у противника намного более живучая, чем эрликозавры. А еще со щитом интересная. Да, ну давайте подменимся уже. И он тоже сделал. Больно ударил, черт подери.
Замена заблокирована, нет? Блин, кровотечение, это плохо. Надо срочно подменяться. Подменяться надо срочно. Так, опять это Арамбургериана. Так, а кровотечение с нас снимется или нет? Вот, а ну-ка. Нет, не снялось. То есть, если мы подменяемся, даже после замены оно не снимается. Это хорошо. Так, Short Defense. Ну, у этих ребят ничего такого сверхбыстрого нет. В принципе, пробьем. Пробьем. Так, родственничек появился. Что будем с тобой делать? Просто уничтожим. Вот ему бы немножко брони как-то добавить, но, в принципе, неоткуда взять, да? У Индоминуса не было брони, по факту. Но выглядит бронированным. Итак, вот противники у нас уже 17 левела, ребятки. Так, давайте возьмем вот этих вот ребят. Вот так давайте пойдем. Начнем, как обычно, с блюшки. Двойной урон со снижением урона, это всегда лучше, чем просто щит. А вот второй удар, это уже точно надо щит. И опять эта сволочь тут появилась. Так. Давайте будем меняться. Ну, а чё бы нет, давайте на тебя просто подменимся. Дилоранозавр. У него житла побольше. Ну, кто бы сомневался, что он будет меняться. Ага, не получилось. Ну, получи тогда гранату. Эх, я-то думал, крит сейчас пройдет как-то. Надеюсь, ну да, пробьем, пробьем. Блин, птерозавры здесь гиганты. Каждый раз удивляюсь, насколько они здесь большие. То я его так бы и уничтожил бы, да? Если выжил бы. Но походу нет. А давай блюшку. Сюрприз, мазафака. Кто у нас тут появился, да? Мы пошустрее. 130. А у блюхи 131 таки, да? Ладно, давайте разберемся. Ничего себе, смотрите, завалит еще. Будет прикольно.
Ну реально, мог бы и завалить. Если бы сейчас я промазал, то хана было бы. Так, приближаемся к цели. Я так понимаю, у нас там 20 уровня максимальные противники сейчас будут. Итак, ой-ой-ой-ой, какие ребята, вот снятие отвлечения, и это тоже снятие отвлечения, и Дилас там снятие положительных эффектов и очищение. Неплохо. Это уничтожает всю невидимость, я так понимаю. Так, вот так как-то пойти. Ну ладно, давайте так пойдем. Индоминуса против Дилоса не выставлять. И опять же, у Дилоса тоже снижение ж урона есть. Чего нет у наших ребят. Ладно, начнем с тебя. Так, в принципе, мы сейчас его и пробить-то сможем за один удар. Если... Это нам по барабану. Да, иммунитет хорошая штука в этом плане. Пятерочка, ребята, это был мощнейший удар. Уэрха, ну что? Блин, не охота мне как-то. Хочется повоевать. О-о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 -
Holy shit. Выживает он, гаденыш. Ну, трики тут раскидает всех без проблем. О, давай, давай. Не нужен нам твой урон максимальный, двойной. Бей обычным ударом с очищением, если хочешь. Да. И добил, да? Не, не добил. Ну, сейчас добьет. Ну, контратаками добили. Бедолага. Блин, вот просто... Ой, случайно получилось. Хотелось добить его Эрли Коминс. Чё, я его Эрли Кадоминусом называл всю серию. Но вот так вот. Утонул в кислоте. Ну, давай, родственник, отстаивай честь своего гибрида. Бифштекс из Дилоса. Та-дам! Еще немножко клеточек. Так, ну еще пару раз можно, да, создать. Три раза. Блин, это 200 легендарных клеток. Это капец, на уникального уходит. Эпических клеток. 200 эпических клеток. Ну и последний раз. Давайте 100. Эх.
Увы и ах. Ну, половинку создали, ребятки, уже неплохо. Так, а ты больше никуда не тратишься? Нет, только на Эрли Коминуса. Что-то мне так Эрлика Доминус больше нравится. Так звучит грознее, ребятки. Как вы считаете, Эрли Коминус или Эрлика Доминус? Ин Доминус и Эрлика Доминус. Ну, как-то мне бы так погрознее звучало. Вот такие вот у нас дела, ребятки. Так что, кому понравился такой гибрид, не забудьте поставить лайкос. Вообще напоминает какого-то Назгула. Крылья дорисовать, и будет Назгул. А на этом все. До скорых встреч.